Из-за опасности эпидемии программа весенних каникул школьников существенно изменилась. А вот что касается летних, пока все планы в силе. В начале июня должны заработать загородные лагеря. В этом году на их капитальный ремонт направлено более 108 миллионов рублей. Как преобразится детский лагерь «Звездный» в Цивильском районе, смотрите далее. Здесь был Женя, 2017 год. Саша плюс Маша равно любовь. Когда-то такие надписи оставляли здесь те, кто когда-то отдыхал в этом лагере. Сейчас в лагере проходит реконструкция, где будет меняться все. От инженерных сетей до мебели. Это уже история, а новое начнет писаться с лета 2020 года. В новой все будет по-другому. Этим корпусам уже по 40 лет, и они, конечно, нуждаются в ремонте. Обеспечить детям комфортный отдых взялись взрослые. Изменится внешний облик, поменяется внутренний интерьер. Большую работу проведут по замене устаревшей инфраструктуры, преобразится ландшафт территории. После капитального ремонта лагерем планируется и закуплена новая мебель. Это кровати, тумбочки, постельное белье. Все это уже приобретено, будет устанавливаться до заезда детей. В основную часть мы купили пока для этого корпуса, но частично и меняем и в других корпусах. По мере возможности все меняем, дополняем. Дети начнут заезжать в лагерь уже 28 мая. Ежегодно бюджет Цивильского района вкладывал в этот лагерь около 4 миллионов рублей. Впервые за долгие годы из бюджета Чувашской республики нашему лагерю «Звездный» выделено 15 миллионов рублей. Средства на ремонт получат и другие республиканские лагеря. «Бригантина», «Волна», «Звездочка». Всего их 9. Александр Соловьев, Павел Рядков, «Республика».